Они ж приехали на 1,5-2 месяца. Война же должна была кончиться. Немцам нащелкают, и война кончится. А оказалось-то 4 года. 22 июня ровно в 4 часа я получил повестку как раз в день рождения, 30 августа, да, 41 года. Только мы сели за стол всей семьей, и вдруг подъезжает из военкомата старший лейтенант. Немедленно. Да. Ничего спорить нельзя. Война началась. Вот. А что мне было? Мне было 18 лет. Что я был тогда? Глупый пацан. Тянул я себя. И вот откуда ни возьмись, как только дернет меня в грудь, все напрочь разбило. А насквозь не пробило. Мы, медсамбат, оказались буквально на линии огня. Половина медсамбата у нас погибла. Врачи, санитарки, раненых полно. Друг на друга санитары кладут. Укрытия нет, полуразрушенный дом. Лампочка, 7-миллиметровая лампочка и 2 таза с аммиаком. Вот мыли руки и оперировали. Группа немецких солдат окружила меня, потом подошел офицер. Я понял, что сейчас конец. Так и случилось у меня. Фашист упорно стрелял, пуля попала. Я как молнию ударил, упал. Он, оказывается, после этого еще раз выстрелил. Мы раньше думали, что бомба разрывается как кино. Оказывается, на деле, вот, разрывается бомба, и ты никто, ты оглушен, ты махлюк, вообще-то беспомощный. Вот тогда я понял, что значит впервые, что такое война. Прицел постоянный, огонь! Я упал, второй снаряд впереди, потерял сознание, получил контузию, и меня похоронили. Но я все еще живу, на зло врага. Могилу чувствую, что сердце работает рядом со мной, лежащего, бьет. И воздух не хватает. Приподнял, не очень глубоко нас похоронили, потому что там камень, землю нет под Сталинградом, и воздух попадает. На работу мы выходили. 5 минут опоздать нельзя было. Вовремя, чтобы все. Для войны победить надо было, победить. Военные песни или вообще говорят, а это я не могу сдержать себя. У меня слезы. Потому что я все вспоминаю, какие мы были голодные. Как есть хотелось. Молодые были. Есть-то хотелось, а есть-то нечего. Некоторые говорят, я Берлин взял. А я говорю, Берлин взяли все. И кто работал за станком, тащил эти снаряды. И эти снаряды пускал по Берлину наши артиллеристы, независимо с какой стороны, на каком фронте. Все взяли Берлин.